Он думает, мы выжидаем. Значит, надо напомнить о смерти. Но нам же нельзя его убивать. Но поздороваться-то мы можем. Дома никого? Да нет, он здесь. Просто он не слишком гостеприимен. Может, он кости закапывает на заднем дворе? Ты серьезно? Шутка про собаку? Это все, что есть в твоем арсенале? Если хочешь спровоцировать его, скажи что-то вроде: «Жаль, что твою сестру укусили до того, как она родила щенков. Мы сожалеем, что она выла, как сука, когда мы ее резали!» Да ты очень даже ничего. Даже не знаю, сразу тебя убить или помучить.